Итак, здравствуйте, дорогие друзья. С вами альянс компании «Восток-Запад». Сегодня мы находимся на нашем производстве в одном из наших боксов. И сегодня мы вам покажем, как происходит сборка наших вездеходов от первого лица. Поэтому предлагаю пройти к нам в бокс и ознакомиться с процессами. Пойдем. Итак, здесь у нас установлен подрамник для буровой установки на платформе. И сейчас идет непосредственно монтаж самого органа работы, то есть непосредственно буровой установки. Вот так вот все это у нас происходит. Ставится на подрамник, фиксируется специальными болтами, пальцами. Видим, как все это происходит в реальном времени. Также, благодаря тому, что БВ-206 очень разнообразен во всех сферах его реализации, это может быть как буровая платформа, также и пассажирский вездеход, плюсом это может быть топливовоз, ну и любые проявления, которые вы только захотите. В этом есть очень большой плюс нашего вездехода. Возможности не останавливаются только на вездеходах БВ-206. Также мы обслуживаем вот такую шикарную технику. Это Volvo на мостах Лапландер вездеход. Он у нас прибыл на ремонт тормозной системы. Так как у него шведские комплектующие, которые смогли найти только мы занялись его немножко восстановлением, скажем так. Пройдемте дальше. Здесь у нас вот такие вот сварочные аппараты с сварочными столами находятся. Здесь у нас большой склад различных комплектующих к вездеходам. Также пройдемте сюда, в рабочую зону. Здесь у нас сварочное оборудование, большие сварочные аппараты с кислотой, полуавтоматы используются, защитные маски, очки. Также у нас замечательные советские еще тисы. Здесь у нас верстак для сварки. Также здесь у нас имитированный станок для резки металла. Вот так вот все это дело у нас выглядит. Если что-то нужно просверлить, есть специальный станок со сверлами. Вот он здесь находится, сверлильный станок у нас. И отправляемся дальше в экскурсию по нашему боксу. Здесь у нас запакованный мотор для отправки вместе с коробкой. Сейчас как раз-таки ребята производят погрузку, и мотор отправляется своему заказчику. Мотор полностью перебран и готов к дальнейшей установке и эксплуатации. Сейчас он уже запакован и отправится своему заказчику. Идемте дальше. Здесь работа у нас проходит над двумя рамами. Вот вы можете видеть, как рамы выглядят изначально. Полностью разбираются до винтика, зачищаются, красятся, делается ревизия всех узлов, катков, подшипников, редукторов. И приходят они в финальную стадию уже здесь. Здесь у нас БУ гидравлические шланги, которые мы снимаем со старых вездеходов и утилизируем, если они пришли в негодность. Кому-то, конечно, не пригождается, либо в ZIP как набор запасных частей с собой в вездеход. Несмотря на внешнеэкономические обстоятельства, мы продолжаем трудиться. Отгружаем сейчас в данный момент мотор. Заказчики ждут свои вездеходы, над которыми мы трудимся. И в скором времени вездеходы будут переданы своим заказчикам. И работа не стоит на месте, мы остаемся на плаву. Такой БВ с буровой установкой. Сейчас он уже почти готов у нас. Мы ждем сейчас мотор. Собрана уже ходовая, собран весь кузов абсолютно. Сейчас ведутся работы финальные по электрике. И также ждем
когда будет у нас двигатель. Установим двигатель с трансмиссией. Второй модуль у нас уже, буровая установка, готова. Соответственно, работа стала совсем немного именно по первому модулю. Для буровой установки мы выбрали вот такой вот рыжий огненный цвет. Вездеход получается ярким, интересным, сочным. Кстати, как вам такой цвет? Нравится ли? Напишите в комментариях. Если вам понравился цвет, напишите, мы обязательно это оценим. Мы учитываем мнение каждого. Вездеход у нас в процессе. Ну, я бы сказал так, что мы уже на финишной прямой. Восстановление вездеходов у нас проходит полным циклом. Даже берем те же рамы. Старая рама отправляется сначала у нас в пескострую, разбирается, песочится, красится, меняются сайлентблоки по необходимости, меняются подшипники, катки, различные болтовые какие-то соединения, ленивцы. И уже в финальном виде мы видим вот такой вот прекрасный результат, который будет служить вам долгие-долгие годы. У большого основного склада также у нас здесь есть необходимый запас металлического проката. Это круглая труба и квадратная труба, которые мы используем при изготовлении силового веса, экспедиционных багажников, лесенок и еще каких-то элементов, которые нам нужны для тюнинга либо доработки наших шикарных вездеходов. Также наши возможности тюнинга просто безграничны. Мы можем сделать вот такие вот шикарные кенгурятники, площадки под лебедки. Вот отсюда вы видите прекрасно экспедиционный багажник. То есть мы можем по желанию клиента сделать абсолютно любую конфигурацию, любой силовой обвес, любые экспедиционные лесенки, ну, рундуки и все, что вы захотите. Итак, мы плавно переместились с вами в электрико-моторный цех. Здесь у нас происходит сборка силовых агрегатов, моторов. Проверяем здесь генераторы, также проверяем топливные аппаратуры, гидравлическую систему. Собирают, паяют электрику, панели управления, блоки. В этом цеху, соответственно, все это у нас и проходит. Вот и закончился наш сегодняшний день с альянсом компании «Восток-Запад». Мы показали вам один из наших боксов по производству наших вездеходов. Показали, как все есть на самом деле, без приукрашиваний, без каких-то либо таких вот моментов, как все есть в реальной жизни. Я думаю, вы по достоинству оцените наше производство, наших специалистов и нашу технику. А я с вами прощаюсь. До новых встреч!